Оживленная дорога по улице Ядринцева. Вокруг виднеются красивые новостройки. Но вот главный пешеходный тротуар больше похож на руины. Тут не то, что на своих двух не пройдешь, но и, как говорится, сам черт ногу сломит. Ксения – мама двоих малышей. Они уже давно живут рядом с переулком Ядринцева. В очередной раз женщина отправилась с младшим сыном на прогулку. Но маленькому Даниэлю приходится, как в детской потешке, ехать по кочкам и маленьким дорожкам. И чтобы не было в ямку бух, мама с трудом удерживает коляску. Для машин заасфальтировали дорогу, а тротуар для людей так и не сделали. То есть там с одной стороны невозможно ходить, просто постоянно перебегаешь на проезжую часть, а с другой стороны, где хоть немножко можно с коляской проехать, там песок, постоянно толкаешь, что-то застревает, ноги тоже все в песке. Вам как тут ходится? Нам очень плохо ходится, мы ломаем ноги и весной, и осенью, а зимой вообще невозможно ходить, потому что это ничего не чистится. Побаиваюсь, что ледышка будет, на дорогу выскочу. Ну, мама провожает тебя, да? Да. Хочу, чтобы тут было вот... Шире вот тротуар, там, да. Как вот положено. Туда шире, шире, потому что если тут на велике ехать, то разбиться к чертям можно. Еще недавно на соседних улицах Песчаной и Крупской были пустыри. А сегодня там возвышаются красивые многоэтажки. Но связующий переулок Ядринцева так и остается местной полосой препятствий. Да вы что, постоянно и падаешь, особенно после дождя. Но видите, он как ручей. И все вот эти камни, я вон вообще тогда по потемкам шел уже, ну как-то стемнялось, чуть носом, как говорится, не... Скоро будут этот ряд домов сносить, и все здесь облагородят. Будут, не будут. Это мы уже слышим 40 лет здесь, вот все соседи говорят. 40 лет. А нам жить как-то надо. Страдают и жильцы частного сектора. После дождей и растаявшего снега вода топит участки вдоль переулка. У меня подпол, он весь мокрый. Вы понимаете, у меня стена вот эта, вот я специально наложила вот это вот железки вот сюда, чтобы вода туда хотя бы не бежала, потому что тут все заливает, вот это все бежит. На переулке Ядринцева в предыдущие годы выполнялся ремонт в рамках национального проекта безопасной качественной дороги. Именно потому, что выполнялись работы по ремонту, мы ремонтировали только существующие тротуары. На участке от Папанинцев до Неметрова тротуара не было, соответственно, ремонт не был сделан. Тротуара не было, а значит и ремонтировать было нечего. Но ситуация скоро изменится. Устройство тротуара будет выполнено с двух сторон на этом участке. То есть это полностью как раз, чтобы замкнуть цепь. Работы уже запланированы, на них заложили средства, говорит представитель мэрии. Начать устройство тротуаров обещают в конце сентября. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.